Спасибо за внимание. Корабельная армада НАТО внимательно следит за нашими кораблями авианосной ударной группы Северного флота, которые покинули Сирию и накануне вошли в Ла-Манш. Ну и с тех пор за нами шлейф. За россиянами следит внушительная группировка. Британские фрегаты и вертолетоносец, португальские, нидерландские патрульные корабли. Список можно на самом деле еще долго продолжать, но важно, что это значительно больше, чем насчитывает авианосная ударная группа Северного флота. К слову, удовольствие это не из дешевых. В Британии слежка за нами уже обошлась как минимум в 1,5 миллиона фунтов. Российские корабли идут по проливу на базу в Североморск под плотным наблюдением НАТО. Время в пути примерно 2 недели. Решение о сокращении группировки, напомню, принял Владимир Путин. Все поставленные задачи наши военные выполнили.